Розыгрыш сертификатов на 500 киловатт-часов провели в прямом эфире недели и ранее. За ним участники могли наблюдать в социальных сетях. Так, по генератору случайных чисел выбрали 50 счастливчиков. Поучаствовали в данной акции 711 потребителей нашей республики. И генератором случайных чисел на прошлой неделе у нас были выбраны 50 победителей. Всем приглашенным, получившим бесплатные киловатты, сертификаты выдали на руки. А тем победителям, которые не смогли подойти на вручение или проживают в районах, переживать не стоит. Сумму на бесплатные 500 киловатт-часов всем автоматически зачислят на лицевые счета. Среди участников, которые выполнили все условия акции, также разыграли по 3 подарочных сертификата от партнеров акции магазинов «Киловатт» и «Абаканстрой». Поздравляет вас с выигрышем, желает вам в новом году, поздравить с наступающим Новым годом, желает вам в новом году счастья, радости и уюта в вашем доме. Надеюсь, мы вам в этом поможем. Уважаемые участники, уважаемые коллеги, гости приглашенные, я рад приветствовать вас. И хотел бы от себя лично и от лица всего коллектива магазинов «Киловатт» поздравить победителей данной акции, пожелать успехов в наступающем новом году, оставаться всегда такими же добросовестными плательщиками и стать нашими постоянными клиентами. Двое победителей, которые не смогли подойти за своими сертификатами от магазина «Киловатт» и «Абаканстрой», могут получить их в акционерном обществе ТВА «Энергосбыт» по адресу Заводская, дом 2А. При себе иметь паспорт. В ближайшее время буду строить дом, и как раз мне понадобится этот сертификат строительства. На сегодняшний день быть честным потребителем электроэнергии выгодно. Мы призываем всех передать показания приборов учета до 25 декабря, рассчитаться за декабрь месяц в декабре, в конце до 25 числа и завершить этот финансовый год с лучшими результатами, то есть войти в Новый год без долгов. 56 победителей акции «Энергетика» встретят Новый год и без долгов, и с существенной выгодой. Алдын Кызбуян, Буян Мунгуш, Мирана Иргит, Тува 24.